Следить за качеством воздуха сможет каждый тольяттинец. Благодаря сотрудничеству группы компаний «Эковоз» и одного из резидентов Жигулевской долины в городе начинает работать сеть датчиков по контролю за изменением атмосферы. Первые 20 приборов закупила компания «Эковоз». Где установят оборудование и как будет работать независимая система, расскажем в нашем следующем материале. Новое слово в борьбе за экологию. В технопарке «Жигулевская долина» состоялось подписание меморандума между группой компании «Эковоз» и резидентом «Аэролаб РУС» по созданию в Тольятти общественной системы мониторинга состояния воздуха. Это событие очень важно для горожан. Весь декабрь люди буквально задыхались от странного тумана. В то время как показатели стационарных столбов и эколаборатории не находили крупных превышений ПДК. Люди не знали, что делать. Благодаря разработке «Аэролаб РУС» теперь горожане самостоятельно смогут считывать показания состояния атмосферы. Мы закупим первые 20 датчиков как основы, которые мы установим в городе. И, кстати, обращаясь ко всем жителям города, можно в моем инстаграм написать, где вы бы хотели, чтобы эти датчики установили, как можно написать, кто хочет присоединиться к данной акции. Да, то есть это открытая информация. Я думаю, будут присоединяться к ней и другие предприятия, и просто неравнодушные жители, которые захотят, например, в своем дворе поставить такой датчик и посмотреть, что же там происходит. Небольшое устройство считывает показания пыли, влажности и температуры. Его можно поместить в общественном месте или за окном своей квартиры. Чем больше датчиков в городе, тем картина состояния воздуха в городе более реальна. Планируется, что в Тольятти установят до 200 таких приборов. Они будут транслировать свои данные на онлайн-карту и в мобильное приложение. Компоненты все очень недорогие. И главное, хитрость именно в программном обеспечении, которое мы научим, мы поможем, мы каждому желающему сможем объяснить, как это сделать самому. И тогда мы получим по-настоящему большую, широкую сеть, в которой есть и предприятия, и жители, и администрация какое-то свое слово скажет. Эколаборатория, стационарные посты и датчики – все это поможет качественно анализировать городской воздух и находить источники загрязнений. Но лучше не бороться с последствиями, а предупреждать их. На заседании Совета по экологической безопасности Денис Волков внес предложение по разработке регионального экологического стандарта. Документ установит свод правил и рекомендаций в отношении предприятий и других организаций, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду. За соблюдением экологического стандарта будет следить ежегодный аудит. В данной программе для предприятий носит добровольный характер. Юлия Владимирская, Андрей Комиссаров, новости Тольятти.